Через творчество к православной нравственности в Ивановской филармонии состоялся заключительный концерт областного фестиваля детского творчества «Рождественский подарок». Мероприятие посвящено празднику Рождества Христова и проходит в регионе уже 18-й раз. Мы собрались для того, чтобы посмотреть выдающиеся творческие коллективы трех наших епархий, которые располагаются на территории Ивановской области. Это коллектива Кинешемской, Шуйской и Ивановской епархии. Главная цель фестиваля в духовно-нравственном и патриотическом воспитании. Через выступления, которые ребята готовят в течение нескольких месяцев, дети приобщаются к родным истокам, учатся почитать традиции. Например, воспитанники Успенского Дуниловского женского монастыря и гимназии при нем удивили зрителей ангельским хором. Репертуар у участников фестиваля разнообразный. Помимо песен, ребята показывают театральные постановки на тему Рождества. На сцене самые юные участники с праздничной сказкой – коллектив «Елюнина». Для ребят это в каком-то роде дебют. Впервые они выступают на такой большой сцене без аккомпанемента, под минусовку. Самый младший у нас 5 лет сейчас на данный момент. Вот. К празднику они относятся, но они же знают и евангельские истории, и все, как бы, жизнь Христа. То есть, как бы, они, конечно, очень рады празднику. Вот. Готовились к нему, к рождественской службе, к выступлению. Готовились. Вот, очень, конечно, нервничали, переживали. Это не конкурс, здесь не оценивают, кто выступил хуже или лучше. Всем аплодируют одинаково. И для маленьких артистов это настоящий рождественский подарок. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.